Всех с пятницей, все здравствуйте. Катаюсь на велосипеде после трудового дня. Завтра выходные, досплюсь, отдохну. И знаете что? Чертовски приятно видеть вот это. Раньше такого не было. Вот. И были стихийные свалки вместо этого. Ну а теперь... Напротив деревни вот такой вот ящичек, пожалуйста, мусорный стоит. И это очень приятно. Неужели к цивилизации идем? И здесь, смотрите-ка, и собачки даже. Просто праздник какой-то. Да, неожиданно. А вот здесь была как раз таки стихийная свалка многие годы. Видите, тут перекопали все, чтобы туда не ездили. Опа. А там весь мусор выведен и спланирована вот такая вот полянка. И даже сосенка растет. Вот. Вот это дело. Вот это я понимаю. Чувствуются плоды мусорной реформы. Я так скажу. Надеюсь, это оно. Да. Еще на дороге в огромном количестве сидят вот такие вот кваки. Разномастные. Сидят и не реагируют. Греются. Позируют. Не убегают. По-моему, ей абсолютно без разницы, что я ее снимаю. Она пребывает, наверное, в каком-то блаженстве. Шла бы ты отсюда. Раздавят, как многих твоих сородичей. Но убеждать бесполезно. Поеду дальше. А солнце садится уже. А над рекой туман стелится. А я в горку еду. Вот такой вот. Так что всем пока. И до новых встреч, друзья, на канале. Так вот.